Про загострення коронакризи восени попереджають і в опозиції. Усе, що відбувається в економіці, не має миттєвих наслідків. Тож реальний удар коронакризи, який ми пережили навесні і на початку літа, відчуємо тільки восени. По прогнозам Центрального банку Європейського Союзу, падіння економіки составить в середньому в єврозоні 10-12%. Могу вам сказать о том, что в Украине это падение, к сожалению, будет тоже иметь в своем показателе две цифры. То есть это будет больше 10%. И это на сегодняшний день уже факт. С учетом того, как экономика себя ведет вот эти 5-6 месяцев. Более того, я хочу вам сказать, что вам любой эксперт в экономической политике скажет, что мы еще не ощутили результаты коронавируса в экономике и в социальной сфере. Почему? Потому что это только... Этот лаг времени мы ощутим, начинаем, будем ощущать, начиная с сентября-октября, не раньше. То есть это еще может быть падение намного. Чтобы исправить, хотя бы затормозить процесс падения, надо было это сделать там в марте, в апреле. Но никто ничего не делал. И сегодня любые действия – это только слова, которые ни к чему не приведут. И мы все это увидим, вот эту накопительную отрицательного характера, через лаг времени, который будет проходить. И это будет на конец года, где мы увидим реально падение экономики в стране.